финале городского конкурса профессионального мастерства педагогов-психологов участвовали 3 претендентки. В заключительном этапе жюри рассматривало лишь представление каждой из конкурсантов, поскольку открытые уроки и защита проекта педагогов уже были. В итоге каждая из участниц была признана победительницей в своей номинации. Лучшей номинацией «Профессиональный дебют» стала Юлия Бутюкова. Психолог многопрофильного лицея точно знает, какие качества должны быть присущи профессионалу. Психологическая гибкость, креативность, нестандартный подход, мышление, конечно же. Уверенность в себе, ораторское искусство. Номинация «Целеустремленность профессии» досталась Светлане Никифорович. Первое – это, конечно, профессионализм. То есть знание, как и не банально, теории, то есть психология – это первично. Вот. Далее это должен быть очень таким человеком, человечным в первую очередь. А победительницей в номинации «Творческий поиск» стала Владлена Борисова. Самое главное здесь не только понять ребенка, да, что с ним происходит и что с ним случилось. Самое главное ведь понять, как ему помочь, чтобы он сам пришел к этому. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок, новости Динпрограда.